Привет, друзья. Привет, герои. Это исследователь. Давайте посмотрим. Решил я снять серию роликов. Как живет народ? Это обычный дом. Кирпичный, видите, ему, по-моему, уже лет 30 или 20. То есть не элитное место. И стоят машины вокруг. Куча машин, которые стоят нормально. Вот это, например, Nissan около миллиона рублей, Honda Jeep около миллиона. Потому что часто собираются в стримах и говорят, что край пришел, прям народ вешается. Может быть, кто-то и вешается. А вот основная масса обывателей, ничего у них, я смотрю, никаких особых проблем нету. Есть вот немножко машин русских.
на этом проход заканчиваю. Видите, как у обычного дома. Новенькие машины, есть и представительский класс. Есть Жигулята, но их не очень много было. Около штук 5 из сотен машин. Сейчас, например, вам, наверное, не виден Jaguar F-Pace, вот из последних. И номерок какой-то подобранный, куплен. В следующий раз я покажу другие дома. Там тоже дохерища машин. То есть я бы не сказал, что народ прижал, а дохера обывателей. Все свои проблемы они скидывают на бедных. И только бедные. Дальше беднеют. А у большинства все прекрасно и на данный момент. Поэтому никакого смысла делать революцию нету. Все останется по-старому. Бедные беднее будут, богатые богаче, потому что нет никакой связи в обществе. Все только стараются друг друга грабить. И если в крайнем случае сделают какой-нибудь дурацкий переворот под видом революции, и жизнь простых рабочих только ухудшится. Там проблему ты так не решишь такой вот ерундой. Так что здесь вот сегодня 15 августа, Петербург, Немоград. Я смотрю, народ жирует вовсю. Я не жирую. Я революционер пока.